еще одного игрока, потому что никто не сделал больше для американского футбола, чем Райан Хопс. Что же будет дальше? Он должен суметь переправить мяч на другую сторону партнеру по команде. Я думаю, что футбол для него гораздо лучше, чем бокс. О-о, раздался голос специалиста. Мам, у нас разбирается? Звонили из Арсенала. И? Тебе ведь нравится английская еда? Мне нравятся виноградники и пляж. Хороший вечер! Хороший вечер, да. Для меня он станет прямо сейчас еще лучше. Элис Мартин. Ты выйдешь за меня? Ты, видимо, не понял. Я тебя видела с ней. Ты что, у меня решила семью разрушить, да? Какую семью? Да давно никакой семьи нет. О чем ты говоришь? А будет ли он играть или нет? Состояние средней тяжести. Но правда действительно... Элис, что с моей невестой? Не успеешь опомниться, как вернешься в игру. А как же рекорд, Билли? Ты его побьешь, побьешь многие рекорды. Ты знаешь, я думала устроиться на работу в Гранд-отель. Туда, где работала твоя мать. Угу. Я хочу извиниться перед своими фанатами. Вождение в нетрезвом виде было поступком опрометчивым и безответственным. Не потеряно. Главное, сиди тихо, пройди исправительные работы, съезди в центр реабилитации. Как только все это сделаешь, они снова будут целовать тебя в зад. В европейском стиле. Наша управляющая компания проводят тренинги для сотрудников отелей и круизных судов. Наши гости ждут ее от нас. Я требую ее, и ваша задача ее обеспечивать. Паре пообещала Циммеру дать. О, а это Аманда. Она из Нью-Джерси, если ты не догадалась. Я беру трубку в последний раз, так что давай по существу. Райан, где ты? Ладно, в теплом местечке. Добрый вечер. Ну, привет. Лана. Я Райан. Приятно познакомиться.